Лел просто. О, ну-ка, и на ком я? Я просто рандомом пошел. Ну, дьявол, я же сказал, сейчас будет какой-то воин. Герои, готовьтесь. Гердуш. Кстати, уже переделали, поэтому я сейчас немного буду. Каждую душу получать. Битва начнется через 10 секунд. Наверное, пердуш возьму. Так, натиск мешает рывок противнику. 2, 1. Герой покинул поле боя. Отлично. Да начнется битва. Так, огненный топот. Так, это я вспомнил. Сверхсила — это через себя перешвыривать. Все. Ясно. Ясно, понятно. С виженом здесь, конечно, беда вот в этом месте. О, там кто-то есть. Корова. Древние святилища. Я раздроблю твои кости. Обретите власть над ними и освободите рыцаря дракона. Зло никогда не дремлет. Она кто дудит. Видно его. Захватите святилище и обретите силу дракона. Смертельный удар. Отлично. Новое вовремя подтянулось. Ой, как вовремя. Так, опять там кто-то заезжает. Блин. У меня здоровья ни хрена нет. Да. Ну их тут двое в любом случае было. Здесь в любом случае их был. Доступны новые таланты. В любом случае. Народ, 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 нападаем, вы чё? Да жесть. Где остальные-то? Остальные на лайнах, отлично. Печально все происходит, очень печально. Им конец. Склонись перед владыкой ужаса. Иди воплощение зла поглотят этот мир. Противник убит. Доступны новые таланты. О! Двойное убийство. Да блин, корова. Твои деяния останутся в веках. Корова просто меня высекла. Ну, я как мог. Святилище вновь открыто. Кому же удастся получить силу рыцаря дракона? Даже не знаю, что лучше, если честно. Ну давай так попробуем. Пока ровненько игра идет.
правда, они как-то, мне кажется, более тимплейно играют. Ну ладно. Захватите святилище, чтобы обрести мою силу. Этот мир, блин, гадство. Не-не-не, парень. Ну сразу спасать, господи, ну чё? Теперь меня зажали. Отлично. Почему у них всегда двое есть там, где надо? Вот меня раздражает на самом деле, что в команда противника всегда двое, я всегда один. В ключевых точках главное. Ладно, если бы эта точка такая была, знаете, где-то посреди карты нашли. Ну блин, когда это ключевая точка, раздражает на самом деле очень сильно. Но тут у ребят тимплей получше, я думаю, они скорее всего выиграют, если до наших вдруг не дойдет, что нужно совместно как-то что-то делать, что нужно забирать точки, потому что сейчас у нас ни одного еще пока не забрано. То есть сейчас это просто выглядит как детский сад. Доступны новые таланты. Все леса захвачены врагами. Просто все врагами захвачено. Все позахвачено. Я только успеваю только защищать. Но сейчас минус, мой минус форт. Тупо из-за того, что вообще никому. Всем насрать на нижний лайн. Ну это бред на самом деле. Ну кто так играет? Ну и что я там сделаю? Да нет, ну тут надо отдавать вин просто, ребята, и все. Замечательно. Я не знаю, новый вроде ходит нормально, остальные что делают и где? Вот что они здесь делают сейчас? Вот скажите мне. А, там бот. Все понятно, ребят, мы с ботом играем. Ну тогда тут вообще без шансов. Когда в команде на такой карте бот, это до свидания. Тогда понятно. Тогда здесь ГГ изначально. Не везу, что поделать. У них точно так же мог бы кто-нибудь взять и выйти из игры. Почувствуйте ненависть 10 000 лет! Доступны новые таланты. Наши подобрали все-таки драка. Неужели бот? Нет, это не бот. Ой, блин, зачем я его обратно-то отправил? Это было довольно интересно. Ладно. Ой, зачем ты его отправил нахуй отсюда? Ничего, что тут герой есть, его можно убить. Всем пофиг, я понял.
Замечательно. Доступны новые таланты. Так, огненные волны возвращаются. Я воплощение страха. Чем здесь? Течение. А, 63 урона в секунду. Вот это неплохо, кстати. Этот форт надо защитить. Ну, прикольно, как раз крипов забирать. Что-то опять наших ботов убивают. Два парня, которые играют как боты. Святилище накапливает энергию. Заключенный в камень рыцарь дракона взывает. Один бот из них, а другой как бот. Неважно выглядишь. Этот мир будет пылать. Освободите рыцаря дракона, истребите врагов. Кто это сделал? Блин, саппорта бы какого-нибудь. Был вообще оттас. Смертельный удар. Встретимся в преисподней. Серия убийств. Серия убийств. Вы не готовы. Тут вообще засада, я смотрю, была просто. Ну эту точку заберите срочно. Там никого сейчас нету. Я воплощение страха. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Враг ходящий. Противник убит. Просто изнасиловали там. В темноте. Так, кажется, сюда выехали. Конечно. Да-да, я заезжаю, если здесь никого не осталось. Ага, сейчас. Почувствуйте ненависть 10 000 лет! Ну как ты выходит? Все-таки я его замочил. Диабло чуть сильнее оказался. Ну потому что я в дамаг пошел. Отлично, наши взяли. Давай, боты, тащим. Слушай, этот как кирпич привязался к этому и ходит за ним. Давай, давай. Видите, где ты? Почувствуйте ненависть 10 000 лет. На танк напали, это мы, прикиньте.
Они тоже, кстати, на танк напали. Жесть, так-то. Ну, балалайщик получил. Вообще молодцом. Молодцом, несем форт. Главное базу поковырять. Доступны новые таланты. Телепорт либо щит. Да щит, наверное. Кончилось время. Сейчас Илюша там нарежет. Я горю, парни. Можно и этот лагерь взять. Вот тактика должна быть. Значит, забрать сначала надо вражеский лагерь. Вот логично. Ага, здесь уже кто-то забрал нижний. Хорош было лаять меня. Да блин, это бесконечный контроль какой-то. Парни, ну домашние их, елки-палки. Освободите его, и он уничтожит врага. Я труп. Выпусти его силу. Да, отлично, успел. Отлично, успел. Давай, давай, иди, неси, неси все, что можешь. Там шабла вообще. Вот это сейчас шабла дойдет, если это просто жесть будет. Сейчас они пушку вообще в два счета снесут. Вот эти вот зенитки, это просто тема. Давай, парни, нападай. Еще две зенитки. Блин, крипы появились не вовремя. По крипам дуй, парень, по крипам дуй. Блин. Давайте, зенитки, ну. Такие пинки вообще. Давай, зенитки, зенитки стреляют. Отлично, отлично. Каждый кирпич делает дело, давай. Ну уже зенитки, стреляй. 1%. Да! Отлично. GG. Победа. Это GG. Мы с одним ботом сыграли, жесть. Ну все. Парни молодцы, собрались. Сначала тупили-тупили, но потом сделали всем задницу. Ну так не покричишь на них, они не заиграют.